Стоматологическая клиника «Аллада». Уникальные цифровые технологии, первоклассные врачи, оптимальные цены. Добрый день! Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований выяснил, какие вложения россияне считают наиболее выгодными, а какие – надежными. Согласно данным исследования, на протяжении многих лет жители России не меняют своего взгляда на инвестиции в недвижимость, считая их как самыми выгодными, так и самыми надежными. Так думают, соответственно, 45% и 49% наших сограждан. Покупка квартиры для себя – это не инвестиция в чистом виде. Вы же не получаете доход от ее использования, а наоборот, отчаянно тратите деньги. А инвестиции – это все-таки вложение с целью получения прибыли. И этот способ пополнения семейного бюджета был интересен долгое время. Но сейчас желающих арендовать жилье на условиях, выгодных для владельца недвижимости, все меньше. В конце прошлого года квартиры, сдаваемые без мебели, подешевели в среднем на 2%. Средняя арендная ставка в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем совсем немного снизилась и составила 15 560 рублей. Предложение, по данным аналитического центра «Медиана», увеличилось на 6%. Согласно данным этого центра, всего в городе ищут арендаторов владельцы 145 квартир. Это правило денег.